Здравствуйте, дорогие телезрители. Прошло 2 года с того момента, как мы с Диманом рассекали по Америке на машине. Или даже больше уже, я уже не помню, уже 2 с лишним. И мы опять в Америке. Только в этот раз все начинается с Чикаго. И разница в том, что теперь со мной не Диман, а Лена. Ку-ку, ёпта. Бороды у меня нет. Бороды нету. Ой, у Димана его тоже нет. Ну, у Димана есть борода, наверное. Или была. Он ответит в комментариях. Да, и... В общем, мы будем стараться выкладывать то, что с нами происходит периодически. Сегодня Новый год, 31 декабря 2014 года. Да. Путин уже отжал Крым, так что если вы будете смотреть это потом где-нибудь лет через 15, знаете, что это уже я после. Я тут постоянно повторяю фразу, как встречу Новый год, так его проведешь. О, не надо это повторять. Шурик, Шурик это раздражает, он меня за это бесит. Особенно... Ну что ты маном ругаешься? Да вообще безобразие. Вот. А в целом мы очень устали, потому что мы еще не спали. В России уже был Новый год, а у нас его еще пока не было. Mm-hmm. И... Саш, блин, ну не делай да, так. Да, извини. Ну заходи, заходи. А... Ну не было еще в России... А, нет, в России уже был Новый год, у нас еще не было. В общем, мы сейчас заряжаем «Иронию судьбы» в телевизор. В этом, в номере. Как там сказал Бочаров? Идем он в Трейдер Джо, покупаем там и этих ингредиентов для оливье, делаем его и жрем. Нет, заряжаем ложки грибами и оливьем. Кто сказал? Бочаров. А, Бочаров, когда переводил какого-нибудь Джимми Киммела очередного. Нет, это он сам. В общем, пока все хорошо, мы обзавелись симками AT&T, что уже делает нас наш трип очень удобным. А ну а самое главное это, ты не сказал, мы же едем на Гавайи, и самое главное. А что ты раньше времени-то? Я думал, мы туда приедем и всем сюрприз будет. Все уже знают. Ну ладно, тогда все уже знают, что мы, вот это Шурик, что да. Мы тут пока потусуемся. А что еще надо сказать? Хоть меток снимать. Ну и нормально все. Там знаешь, какой же этот широкоугольник? А, еще надо сказать, что Чикаго хороший. Вот я вот был тут один раз, и он по-прежнему продолжает быть хорошим. Мне только нравится. Очень холодно. Ну холодно, да, но завтра потеплеет. В общем, мы Новый год встречаем в Чикаго. Всем привет. С Новым годом. Да. С Новым годом. С говнёвым годом. Все будет нормально. Все, ку-ку. Мы тут решили сделать оливье на Новый год, ёптель. И вот ходим тут по магазину, как дурачки. Выбираем всякое съестное. И вот тут, как обычно, тонны. Это ж Америка, ё-моё. И вот мы хотим тут... понабрать всего в минимальных фасовках за минимальные деньги. Тот еще челлендж. О, видали, в каких жбанах колу продают? А вот хочешь маленькую купить, так оно тут сразу по 8 штук с собаки. Приходится переплачивать. Тем более, что мы тут всего 2 дня. В общем, сложно это все. Мы вот тут... Скажи, что приготовить... Набрали тут вот уже тележечку. Это была плохая идея. Да? Приготовить. Почему? Еду самим на Новый год. Потому что не спавши готовить оливье – это какое-то испытание. Вот так вот меня Шурик заставляет. Да, сделал да. Своей женой, и теперь заставляет меня готовить не спавши, сколько там, типа, 8 часов. Вот, собственно, готовить. Давай чипсы возьмем. Господи, они так много едят. Я просто в шоке от того, сколько тут еды. Всякие печенюшки. Всякие маффины, всякие булки, набор этих булок. Боже мой. Ну и лучше сними, что мы тут набрали. У нас на самом деле все очень так и скромненько в плане еды. Скромненько? Мало углеводов по Алексею Кузнецову диете. Вот. Но... Чаю взяли себе. Да. Энергетиков, чтобы окончательно не сдохнуть. Этот... Саш, может, ты возьмешь себе шоколадных капкейков? Не хочу. Не ну надо. На, Саш. Ну зачем они мне? Ну, посмотри, какие они красивые. Да убери ты. Взяли вот газировочки, взяли дезодорантик, чтобы если кто этот очень много напердит в туалете, то Саш, тому, что ты тому хотя бы можно будет попрыгать. Вот. Картошечки взяли. Тут, кстати, картошка какая-то реально, как из Чернобыля. О! Для масштаба.
что еще взяли? О, мы взяли еще кусман этого говядины для стейков. Для стейков взяли яиц 12 штук с утреца за бодяжем. И в оливье еще. Мы же оливье сегодня делаем? Мы же делаем оливье? Делаем оливье. Надо только выспаться. И арбузиков взяли. Похрупать на десерт. И упаковочку масла. Это сам... Лехе отдельно понравилось бы, мне кажется. Целых 15 унций, 425 грамм. А что ты своей варежки туда бросила? Ой, ну я достану. Вон все на туфлях куда-то спешат. А? Все на туфлях. Это вот. Да. Прямо, нам прямо. Прямо, да? Ждем-с. О, вот. Миники тут тоже есть, как нагрузил, и вам. Да, Саша, отойди с дороги. Продолжаем новогодний вечер в городе гангстеров. Вон там вот торчит центр Джона Хэнкока, или как-то так, если там, конечно, что-то видно в окно. Вот здесь у нас оливье, здесь у нас икорочка, колбасочка. Ну, тут вот шампанское мы в дьютике взяли. Сейчас еще Лена стейки нам положит, мы это все хряпнем. Досмотрим вот это вот пае, которое уже всем обрыдло до смерти. Вот. И послушаем новогоднее обращение Обамы, если оно будет, конечно. Потому что, ну, должно... А мы, кстати, вот номер с кухней себе взяли. Правильно же ведь? Ой, холодильничек у нас тут здоровенный. Пустой, правда, но мы тут будем подъедать то, что наготовили. Вот. И завтра пойдем продолжать развлекаться по Чикаго.